Меня зовут Файоз. Я приехал из Узбекистана. Я хотел поступить именно в эту вуз. И другая еще причина. Мой брат отучился здесь, посоветовал мне. Я учусь на нефтехнологическом факультете. И почему я выбрал? Потому что сейчас это востребованный специалист, специальность. То есть, мне нравится. Могу и здесь работать. Может, и у себя в стране работать. Все предметы нравятся, все преподаватели хорошие. Из многих стран приехали и учатся, из Камеруна, из Эмиратов. Со всеми я дружусь, и местные тоже. Хорошие ребята, веселые. Дружимся. У меня свободное время очень мало, потому что я учусь и заочно, кроме очного обучения. Много времени провожу в учебе. Ничего не надо бояться, верить в себя и поставить какие-нибудь цели и добиваться. Самара – большой город, мне нравится, все красиво. Мои самые любимые места – площадь Куйбышева, площадь Слава и загородный парк, набережные. И можно много перечислять. Живу в общежитии, все дружно там. В Самаре очень много восточной кухни, и с проблемой не сталкиваетесь, когда если есть деньги, найдется все. Все рестораны хорошо кормят там, хорошо готовят. По выходным мы готовим с друзьями плов и угощаю всех. Заходите.